Впечатление лирической задушевности и глубокой человечности производит написанный в 1661 году портрет двух негров, находящийся в Гааге. В чем заключается своеобразие этой картины Рембрандта и огромная сила ее воздействия? В европейской живописи до Рембрандта иногда встречались эпизодические изображения негров, чаще всего в связи с темой поклонения волхов. Но это обычно чисто декоративные фигуры, долженствующие внести в изображение элемент экзотики, находящийся за пределами обычного, элемент диковинного и причудливого. У Рембрандта нет никакой идеализации, он правдив до конца, и в передаче черт лица с толстыми, выпеченными губами, белыми зубами, приплюснутым носом, резкими белками глаз, и в оттенках темно-коричневого с голубовато-стальными отцветами цвета кожи негров. Но под этой неказистой внешностью Рембрандт сумел увидеть человеческое достоинство негров, их мягкую, меланхолическую натуру. Сумел разглядеть два темперамента – мужественный, открытый характер стоящего в красивой и строгой позе справа от нас и видного нам по пояс воина с перекинутым через плечо и грудь куском грубой ткани, и грустную душу мечтателя, стоящего слева. Мы видим только его голову, усталым движением склонившуюся на плечо друга. Широко раскрытые глаза негра справа от нас полны тоски, и еще более печально – лицо его товарища по несчастью. Мы чувствуем в изображении этих людей отчужденность и враждебность их окружения. Здесь, в столице страны колонизаторов, Рембрандт стал первым и единственным среди своих современников, кто раскрыл человеческое достоинство представителей далекой и чуждой расы. И этот оттенок, свидетельствующий не только о гуманизме, но и о неприятии Рембрандтом любой формы национального угнетения, придает гаагскому полотну, по крайней мере в нашем восприятии, поистине историческое значение.